Уважаемые коллеги, тепло приветствую вас. С вами Александр Лебедев. Я сразу прошу прощения, что я буду по бумажке. Я хочу представить программу «Соборность». Соборность, к определению, это понятие в русской философии, которое означает свободное духовное единение людей как в церковной жизни, так и в мирской общности, общение в братстве и любви. Термин не имеет аналога в других языках, кроме русского. Мы предлагаем программу «Соборность». Это программа подготовки к работе в коллегиальных органах на принципах любви, добра и гуманизма. Целью данной программы будет подготовить поколения, которые будут принимать качественные коллегиальные решения, то есть качественные решения, достигнутые в работе в коллегиальных органах, в советах директоров или в экспертных советах, в попечительских советах, в думах, в парламентах и так далее, с учетом интересов человечества в целом и экосистемы родной планеты. Нашей задачей является на базе идеологии гуманной педагогики обучить слушателей программы использованию инструментов, ориентированных на общественное благо и результативной работы в коллегиальных органах. То есть помимо идеологической подготовки мы обязательно сделаем упор на методологию обеспечения качественной групповой динамики. Коснемся инструментов как медиации, так и фасилитации. Плюс поверхностно пробежимся по лучшим практикам корпоративного управления, применимым к текущей российской действительности и к великолепным российским корням. Потому что мы помним, что мы все являемся потомками людей, живших в Советском Союзе, а Советский Союз называется так, потому что это Совет Республик, это Союз Республик, управляемых советами, коллегиальными органами. То есть есть великолепная советская практика организации работы коллегиальных органов, и развивая ее, дополняя ее рядом идеологических моментов, мы можем сделать великолепный технологичный, но гуманный фьюжн. Это то, чего хотелось бы. Программа будет наполнена следующими разделами. Принципы формирования и организации работы коллегиальных органов, групповая динамика в коллегиальном органе, интегрированный governance, integrated governance. Тут довольно сложно перевести на русский язык это понятие. В отличие от того, как мы говорили, соборность плохо переводится на другие языки. Точно так же интегрированный governance довольно сложно перевести на русский. В общем и целом это очищенная от манипулятивного компонента транснациональных корпораций ESG, ответственное управление активами. Также мы коснемся управления, основанного на ценностях, вопросов развития личности и организации, формированием предпосылок к устойчивости того и другого и лидерству, которое направлено на общественно полезный результат. Предполагаемой платформой проведения данной программы является Международный НИИ проблем управления, но мы готовы рассмотреть и другие организации, то есть мы бы очень хотели сделать это, например, с вами. Навскидку все, еще раз прошу прощения, что говорил по бумажке, к сожалению, не было возможности в сжатый временной промежуток это все подготовить для чтения без нее. С вами был Александр Лебедев, всего наилучшего, увидимся.